уфимцы наблюдали за тем, как эта шайба ползла на кружку у Бойда. Вот тоже Салават атакует, бросок Сергеева. Шайба отлетает об очинков вратаря. И вот, пожалуйста, 2-1. Дастин Бойд дубль сегодня оформляет. А что сделал Акоц сейчас? Какая передача, какая точная, выверенная передача. И эта передача была сделана еще и с неудобной руки. Через пятак. И игроки Салавата Юлаева просто наблюдали за тем, как Бойд обыгрывал здесь Кореева, но потеряли. Потеряли Бойда, плюс дали возможность еще этой поперечной передачи пройти. Да, это ошибка в позиционной обороне. Ну а Бойд тем временем...